Каждый день мимо нас пролетают возможности. Сейчас одна из них прямо перед вами. Не стоит упускать ее. Проект «Сфера» создан не только для работы и бизнеса. Привет, друзья! С вами Максим. В этом видео приготовил для вас новые крутые товары с сайта AliExpress, которые вам точно понравятся. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Складной пластиковый стол. Имеется в двух расцветках – болотной и бежевой. Способен выдержать нагрузку до 150 кг. Размеры стула составляют 25 на 18,5 и на 20 см. Он очень легко складывается и также просто переносится. Светильник в виде книжки. Оснащен тремя видами приятного для глаз свечения. Благодаря магнитам, встроенным в подставку, может принимать разную форму. На выбор представлены светильники разных размеров и в двух цветах подставок. Умный замок AirBolt предназначен для путешественников и может крепиться на любой предмет багажа. Его особенность заключается в поддержке специального приложения на смартфон, при помощи которого можно открывать и закрывать замок удаленно или же отслеживать местонахождение вещей. Там же можно активировать сигнализацию. Беспроводная зарядка в стиле Железного Человека. Основание зарядки имеет такой же рисунок, что и стол супергероя, на котором он выбирал свой костюм. Подставка может удерживать устройство как в горизонтальном, так и вертикальном положениях, а также регулировать наклон. Мини-зажигалка продается в нескольких расцветках и имеет размеры 29 на 14 мм. Работает на бензине. На вершине зажигалки располагается колечко для использования в роли брелока. Зарядная станция в виде гриба. Поддерживает до 5 устройств одновременно. Один из портов имеет технологию Quick Charge 3.0. Станция также оборудована слотами под фиксацию смартфонов или планшетов. Шляпка гриба оснащена светодиодной подсветкой. Ночник в виде единорога. Выполнен в форме месяца, на котором висит небольшая лампочка, а снизу на облачке сидит единорог. Продается в двух расцветках, которые немного отличаются по дизайну. Имеется контроллер для включения и отключения устройства. Bluetooth-колонка Iron Man. Колонка выполнена в форме головы Железного Человека. Оснащена LED-подсветкой, которая активируется во время проигрывания. Одного заряда хватает на 5-6 часов работы. Умный браслет Mio состоит из 8 модулей, которые соединены эластичными клипсами. Браслет использует предплечье в качестве контроллера. Он отслеживает движение мышц, а затем отправляет обработанные данные различным утилитам. Гаджет позволяет использовать электрическую активность в мышцах для беспроводного управления компьютером, телефоном и другими цифровыми приборами. Мини-дрон UFO управляется специальными сенсорами, которые позволяют регулировать высоту и направление полета прибора. Встроенный гироскоп также отвечает за точность и стабильность. Игрушка оборудована яркой подсветкой, которая разнообразит процесс игры в темное время. Умный мячик для снятия стресса. Устройство имеет эргономичный дизайн, похожий на камешек, и представляет собой мяч для снятия стресса, эспандер, а также контроллер для различных игр. Корпус изготовлен из мягкого силикона. Эспандер позволит привести в тонус мышцы предплечья и кисти после долгой работы за компьютером. Мини-проектор оснащен аккумулятором на 3500 мАч. Прибор поддерживает формат Full HD.
Яркость картинки составляет 2800 люмен, а дистанция установки от 1 до 5 метров. Проектор функционирует на базе Android и имеет большое количество функций. Портативная телескопическая удочка. Сделана из прочного материала, который в то же время хорошо гнется. Имеет прорезиненную ручку, продавец предлагает несколько размеров, от 2 до 3,5 метров. Выдерживает вес до 3,5 килограмма. Часы-зажигалка могут выполнять как свою стандартную функцию, так и выступать в роли зажигалки. Она имеет электронный дизайн, что означает отсутствие какого-либо пламени, хорошее сопротивление погодным осадкам и долговечность. Игрушечный самосвал имеет реалистичный вид настоящего самосвала. Игрушка оснащена вместительным кузовом, который полностью функционирует. Управление машиной и ее элементами осуществляется при помощи пульта. Электрозажигалка. Продавец предлагает на выбор несколько ярких дизайнов. Заряжается устройство от USB. Для того, чтобы использовать зажигалку, достаточно лишь открыть крышку и нажать на сенсорную кнопку, расположенную с торца. Кухонные ножницы 2 в 1 представляют собой гибрид ножа и разделочной доски. Работают по принципу обычных ножниц. Из-за подобной сборки ими удобно резать что-либо на весу, при этом не переживая за соскальзывание ножа или что-то подобное. Также имеется опция разъединить части и пользоваться приборами по отдельности. Защита для пальцев. Отличный помощник для всех неопытных и даже опытных строителей. Защита надевается на 2 пальца. Посередине имеются специальные отверстия со встроенным магнитом для большей надежности. Отверстия предусмотрены для гвоздей и винтов разного диаметра. Флешка USB с шифрованием. Оснащена стильным дизайном и цифровой клавиатурой, блокирующей доступ к данным с помощью кодового числа. На передней панели устройства расположены 2 светодиодных индикатора, которые могут принимать разный статус. Виртуальная лазерная клавиатура. Продается в 2 версиях. Продвинутая оснащена более емким аккумулятором, подставкой для смартфона, а также USB-портом. На передней панели проекционного устройства расположены лазерный проектор, оптический сенсор и генератор инфракрасного поля. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!